Доброго вже вечора. Нагадуємо, що у нас вже понад 5 годин триває телеприйняття, такий експериментальний проєкт, присвячений 5-річчю ось цього продукту. Маршруту номер 1 – це проєкт газети «День». І ми спілкуємося з гостями з дуже різних сфер. Насправді це дуже цікаво, я думаю, ці глядачі так теж вважають. Дуже приємно. Я нагадаю, що мене звати Ольга Харченко, я редактор відділу кормережі в газеті, і водночас я член креативної команди «Маршруту номер 1». І з нами наш теж давній партнер, який з нами вже понад 4 роки, тобто та компанія, яка зростає в нашому глянці разом із глянцем паралельно, Світлана Мичинська, продакт-менеджер ПрАТ «Натурфарм». От хочемо вас, до речі, хочу одразу показати, яка шикарна реклама вийшла в нашій компанії, цієї компанії в нашому журналі. Хочу вас запитати теж про те, як ці 4 роки, що ми з вами дружимо, можна сказати, ви відчуваєте, щось змінилося у вас особисто і щось змінилося в вашій компанії за ці роки розвитку разом із нашим маршрутом номер 1? Да, если отмотать немножко лет назад и учесть, что мы уже больше 4 лет вместе идем, несмотря на все изменения, которые происходят и в стране, и в нашей компании, и у вас в маршруте, в глянце, мы идем одной дорогой, это хорошо. Что у нас поменялось? Возможно, если мы немножко начинали сотрудничество и рассказывали в общем о том, как хорошо жить в нашей стране, как здорово ухаживать за собой, быть лучше, быть красивее не только внутренне в душе, но еще и внешне. Да? То сейчас мы начали делать акцент на том, что мы несем пользу не только себе в данный момент, а в будущем еще закладываем здоровье нашей нации и привносим какой-то успех вообще в наше дальнейшее развитие. Это, наверное, основной акцент, который стал очень существенным за последние годы. Несмотря ни на что, несмотря на те ситуации, которые происходят в стране, ни экономические, ни политические, ни национальные, ни военные, вот это несем веру все эти года, да, все эти 4 года, в то, что мы можем быть сильнее и можем быть лучше. Из изменений мы точно стали сильнее с вами, и маршрут один стал сильнее. И, безусловно, мы для себя подчеркнули определенные приоритеты по не только красоте, но и здоровью нашей нации. Власне, хочу перейти теж до цього. Ви позиціонуєте як себе як компанія, яка плекає і стимулює розширювати територію краси і здоров'я, скажімо так, да, і кожна людина дбати про це. Ви займаєтесь багатьма брендами, і можна сказати теж, до речі, що це ніша, ваші бренди, так, як і тема нашого найсвіжішого випуску «Маршруту номер 1». Можливо, ви розкажете трошки більше, які з них як ростуть, та що українцям, от наскільки українці більше дбають про себе, скажімо так, як ви бачите це в роботі своєї компанії? Ну, важно сказать, что украинцы любят ухаживать за собой и хотят быть красивее наши девушки, наши мужчины, хотят быть красивее и нравиться друг другу. Единственное, что если мы раньше думали всегда о красоте, то мало кто думал о здоровье и вообще о пользе, которую мы себе несем. Кто из брендов сильнее? Каждый. У нас есть и санаторно-курортное направление, и профессиональное направление, направление ритейла, где с нашей продукцией может встретиться каждый потребитель. И эстетическая медицина совершенно разные. Но самое главное – это акцент на пользе и здоровье человека. Красота на первом месте, да, но смотря какой ценой, каждый из нас ее добивается. И, безусловно, мы стараемся охватить полностью сегмент, начиная ухода за человеком, от пяток и до самой макушки, чтобы неважно, какая часть нашего тела, наша красота – было отображением нашей внутренней души, да, и частью нашей жизни. Наш основной месседж. Ще я звертаю мою увагу, і це те, що ми теж всіляко підтримуємо. Чимало з ваших брендів є такими еко-брендами. Да. Це така тенденція, яка зараз є у світі. Наскільки, як от, може, ви теж більше розкажете, що входить в це поняття еко-бренду, і от теж
Чи співзвучно воно до для українців? Чи більше зараз починають люди розуміти це? Чи це просто так модно і всі знають, ну от еко, а чи справжнє еко ми обираємо? На самом деле, веяние эко-продуктов, эко-бренда, эко-стиля жизни пришло к нам не так давно. Это буквально ходит где-то уже порядка 10 лет. И первое, с чего мы начали, это, наверное, с продуктов. То, что мы применяем вовнутрь. Угу, да? Мы уже привыкли, что у нас продукты без ГМО, они должны быть выращены, без антибиотиков, мясо, молоко, и неважно, что мы там употребляем. Забота о нашем внутреннем здоровье. И слава богу, уже последние 3 года, и мы этому активно способствуем, мы обращаем внимание на те средства, которыми мы пользуемся. Близко ли это украинцам? Да. Почему? Потому что мы в первую очередь европейски развивающаяся страна. Европейски развивающаяся страна, очень важно делать акценты и улучшать качество наших производителей. Ведь предлагая эко-бренды, мы не только предлагаем европейские продукты нашему украинцу, мы прежде всего стимулируем наших украинских производителей делать продукты качества. Это такая двойная миссия. И с каждым этапом все лучше, лучше мы видим продукты, которые вместе с нами появляются на полке. Насколько это близко украинцу, со временем все приходит. Шире понятия, возможности. Безусловно, мы стараемся делать все наши продукты доступными. Доступными по возможности каждому. Главное поддерживать уровень наших потребителей жизненных. Ихний рівень, да, экономический. Да, экономический. Фактор, да, и возможности приобрести эту продукцию. А так вони її оцінюють. А якщо говорити теж про ніші, ви теж дуже гарно торкнулися питання того, що українських виробників можна стимулювати. Так. Який потенціал ви бачите, в яких сферах, що ми можемо робити своє? Крім, наприклад, парфумерії, яка в нас зараз є. Партнер, так, я вже звернула увагу. Очень креативна реклама, дуже понравилась. Парфюм-бюро. Де ви бачите ще такі потенціали зростання, які, можливо, ще не бачить пересічний споживач продукції? Для українських производителів? Так. Іменно для українських производителів. Що ми можемо виробляти? І що ми можемо потім, якщо коли ми доростемо, показати світу? Смотрите, самое главное, какая мысль? У нас очень есть много, можно так сказать, много украинских производителей в разных сферах. По уходу за собой, производству вещей, определенных средств удобности, быта, жизни. У нас самые выдающиеся люди. Единственное, что они не могут производить это массово. Что может европейские позволить? Да, это очень маленькие куски. Ниши, да, которые над собой работают. Конечно же, наша основная задача – помогать, и способствовать, потому что неважно, это наш конкурент или партнер, мы вместе строим наш рынок. Рынок Украины, который должен стать уровнем гораздо выше, чем он был там 3-4 года назад, выше, чем он сегодня. Если сферы, которые не задействованы, у нас самые талантливые украинцы. У нас самые талантливые украинцы, они обратили свое внимание уже везде. Единственное, что людям надо помочь быть немножко известнее. Ведь мы тоже говорим, почему мы работаем вместе с маршрутом, мы идем с вами в одну ногу. Потому что здесь наш читатель, который думает, который говорит о себе, который говорит о своих достижениях, даже немножко маршрут, он ведет такими путями по разным городам, разным уголочкам Украины. Да, пусть это будет от деревни до города, до всеукраинских или национальных проектов. Вы по чуть-чуть раскрываете эти ниши этих самых талантливых украинцев. Единственное, им надо помочь объединиться и не стесняться о себе говорить. Потому что, возможно, мы чуть сильнее, мы смелее и быстрее хотим донести свою информацию. Мы знаем маршрут, и задача всем остальным, которые также мыслят активно, европейски настроено и мыслят ближе к успеху, не стесняться находить пути к маршруту. Да, если бывает дорога, когда вы находите пути к митцям, и митцям теж треба находити шляхи до вас. Тепер вже така річ. До речі, цікаво, у вас є представництво в різних містах, так? Так. Скільки я знаю, от де живіше? Який в нас регіон живіше, як ви вважаєте? Ну, самый активный Киев. Самый активный, да. Столица, она почему-то более активная, чем другие регионы.
Непонятно из-за чего. Непонятно из-за чего, потому что каждый регион активен сам по себе. Люди не всегда верят в свои возможности. Я не могу сказать, что Запорожье слабее или Одесса в себе не уверена и не хочет быть красивой. Нельзя об этом говорить. Там самые всегда будут красивые, ухоженные девочки. Что Львов себя недооценивает? Нет, ни в коем случае. Просто Киев более динамический, Киев более дисциплинирован за последние года события, готов пробовать какие-то новаторства, искать, начинать новые горизонты, открывать для себя новые горизонты. Города еще немножко законсервированы, и все, что надо им, это подтолкнуть к активности. Маршрут проделывает очень много работы, посещая разные города, открывая выставки, показывая Украину, какая она есть. И не только военную, ведь в выставках, фотовыставках, это, можно сказать, такая фотокнига Украины, да, вы затрагиваете не только военную Украину, а творческую, детскую, природы Украины. И в каждом уголочке Украины, какая она разнообразная и красивая. Это просто взглядом пойманные какие-то моменты. Спортивную Украину, нашей сильной молодежи, которая стремится, поддерживает. Детской молодежи с открытыми улыбками и радостью принятия этого мира. Они родились, они еще не понимают, что происходит у нас в стране. Но они уже готовы и рады принимать все, что им сейчас подарит жизнь и судьба. И больше как бы, задача, которая у нас с вами, она на этот этап, наверное, может на следующие, да, первые два года перед нами стоит, это расконсервировать остальные города. Киев, он уже более динамичный, он уже немножко, вот он на подхвате. И подтягивать остальные города, регионы, поселки. Ведь принимая участие в фотовыставке, там не только у вас города-миллионники, там все, и маленькие местечка, и села, так, звичайно, всі знають про цей проект і хочуть про себе більше розповісти. Дуже цікаво, що ви відзначили, от саме Київ динамічний. Можливо, мабуть, сказати, що Київ доросліший, так, в цьому плані. Він не боїться ризикувати. А те, чого варто ще іншим містам саме позбутися зайвих комплексів, так, скажімо так. Дуже приємно, що ви нагадали про ще один наш проєкт, в якому ми з вами теж співпрацюємо. Це міжнародний фотоконкурс газети «День». І, до речі, хочу, можливо, хтось з глядачів дивиться нас зі Львова. Зараз наша фотовиставка понад 130 світлин. На жаль, вся фотовиставка не може мандрувати регіонами, тому що фізично, на жаль, теж регіони не завжди готові надати такі можливості, зали. Вона зараз представлена у Національному університеті «Львівська політехніка». Я їй скажу адреси, це проспект Степана Бандери, перепрошую, 12, і буде вона там до 5 червня. Так що, хто планує поїхати до Львова, будь ласка, ще одна точечка на маршруті. Ось Світлана не дасть мені сказати неправду, це справді варте теж те, що варто побачити, і це, власне, вся Україна, життя всієї України нашої за рік. Теж нагадаю, що фотоконкурс триває, і, очевидно, вже в липні ми оголосимо конкурс про те, що ми будемо приймати нові фотороботи і покажемо теж, як уже цей рік країна наша прожила. Звичайно, хочеться, щоб там було більше оптимізму, але маємо те, що маємо. Будемо. Я могу вам сказать точно. Мы же работаем уже много лет, да? Можно и так сказать, учитывая, что маршрут отмечает свой юбилей. Да. То есть буквально вот уже больше 4 лет мы с вами вместе. И, конечно же, на каждом фотодне мы были с маршрутом. И разные были года, да? Если мы вспомним первые фотовыставки. Больше природы, жизни, радости, семейных моментов каких-то. Потом мы перешли в очень военные, тяжелые, кровавые, суровые моменты жизни. И последняя фотовыставка – это был продукт мужества украинцев. Уверенности в том, что наша жизнь будет лучше, уверенности в том, что не то, что это будет, а то, что мы сейчас ее вместе строим. И неважно, на каких регионах это проходит или на каких рубежах. Кто-то делает это на горячих точках страны, кто-то сделает это повсеместно на своей работе,
воспитывая детей, заботясь о земле Украины, поднимая производство украинское, принося лучшие новые проекты, достигая спортивных результатов. Просто замечая, какая удивительная у нас страна и природа нас окружает. Но надежда и уверенность этой фотовыставки, этого фотодня 2016 года, угу. она была, она есть. Если 2014-15 это еще была боль, такая протянутая нить боли через всю эту фотовыставку, то 2016 год – это сила, мужество, гідність. Впевненість у майбутньому, у щасливому майбутньому. Я маю підкріпити ваші слова под ілюстраціями. Не можна так, звичайно. У нас теж маю похвалитися. Був спеціальний випуск маршрут номер 1, присвячений фотодню, власне, 20-річчю нашої газети і 18-річчю нашого фотоконкурсу. І там ми показали одні з знакових, серед знакових наших робіт. Мабуть, так, там. Ось, наприклад, це з Дня Незалежності фотографія. Те, що ви говорите, там є надія і там є віра. Ще це те, що було, 2014, це наша історія, да, наша історія. Зафіксована. Угу. Це наші теж різні аспекти нашого життя і те, про що пише газета «День» і не втомлюється нагадувати. А ось знімок, який, до речі, один зі знімків, який є лідером глядацьких симпатій в багатьох mm-hmm. містах, mm-hmm. «Сила та ніжність» він називається. І тут, до речі, в цьому журналі можна прочитати історію його створення. Досить, до речі, цікаво, ми проводимо в кожному місці, можна голосувати за наші фотознімки, і завжди трійка лідерів дуже схожа. Дуже схожа. Трійка лідерів так. по роботах. Тобто, угу. по роботах, саме фотороботах. І це теж така певна те, що показує, що українці взагалі-то, що у Слов'янську, що у Львові, ми всі єдині. Однако, так. Да. Це наша країна, це наш характер український, наша чуттєвість, наша доброта і те, що ми в принципі, любимо одне і ми любимо свою країну. Хочу ще все-таки, недаремно я відкрила, тут у нас є чудовий розворот в свіжому номері з 50 обкладинками. Угу. Маршрут номер один. Я хочу вас запитати, можливо, який з цих для вас був, можливо, найбільш пам'ятний? Яка тема вас зачепила найбільше? Понимаете, какая история? Это же нельзя сказать, что это просто набор обложек угу. за прожитое время. Нет, так нельзя сказать. Каждый номер мы ожидаем, с нетерпением ждем картину, целого месяца, переданную эмоцию, переданное настроение и открытие души. Неважно, куда поехал маршрут или какой стежечкой он поведет, да? Ага. Будет это город, будет это сознание внутренней души, будет ли это какое-то понимание, идеи на сегодняшний путь и момент. Это картинная галерея. Какая из работ нравится? Они все уникальны. Сказать, что есть какое-то плохое или менее нравится, более нравится, они все уникальны, они все соответствуют содержанию, и они необычны. Это очень индивидуальная обложка, которую не встретишь ни у какого-либо другого глянца, да, если мы начнем. И вообще, если будем разглядывать глянцы, кто-то говорит о селебрити, кто-то говорит о политиках, кто-то говорит там, о общей жизни украинцев. Маршрут говорит о всех аспектах жизни современного украинца, о истории Украины. И все это прописано в обложке. Какого бы года она ни была или какого бы месяца она ни была. Нет, это не просто обложки, это картинная галерея. Дуже дякуємо вам за таку оцінку і думаю, це стимулюватиме наших глядачів звернутися до маршруту номер один. Нагадуємо вам, що триває телеприйняття і дуже приємно, що з нами була Світлана Мечінська, продакт-менеджер компанії «Натурфарм». Дуже приємно. До побачення.